мышление дано человеку не для того, чтобы он просто абстрактно думал, непонятно о чем, сам не понимая, не целенаправленно, да? А чтобы он решал задачи, чтобы он приходил к какому-то результату. Потому что в этом случае от вашей интеллектуальной деятельности что-то меняется в мире. Но вы додумали какой-то проект, отвертели его, да, обсудили, согласовали, реализовали, он есть. Понимаете? Мир изменился, а у вас смысл появился. Потому что вы что-то делаете, от себя как бы производите какую-то активность целенаправленную и получаете изменения. Может быть, не те, которые сразу хочется. Ну, только это обратная связь. Вы получили, у вас есть снова возможность додумать. Жизнь-то это что такое? Движение. Понимаете? Движение мысли. Это как не ворох мыслей, не бардак мыслей, а движение к чему-то, куда-то, от самих себя. И это делает нашу жизнь наполненной смыслом, потому что мы себя в ней ощущаем. Когда ты сидишь вот, и вообще не знаешь, куда себя пришить, пристегни и так далее, это несчастье. Такое, это ужасная жизнь.